Слово предоставляется представителю общественной организации «Революционная рабочая партия» Дмитрию Ковалеву. Хорошо. Здравствуйте, товарищи! Нам в очередной раз говорят, что пенсионная реформа, вообще говоря, естественна. Да, что мы должны работать до 60, до 65 лет. Нам говорят, что, как когда-то говорили, про 12-часовой рабочий день, это естественно. 8-часовой рабочий день тоже естественно. На самом деле, это просто то, сколько мы позволили у себя отнять. Мы в очередной раз позволяем себя ограбить. И пенсионная реформа – это просто-напросто грабеж. Нам говорят, денег нет, бюджет пустой. Но посмотрите, в большинстве стран прогрессивное налоговое обложение в Европе. Мы должны национализировать крупнейшие предприятия. Тогда появятся деньги. Ввести налог на роскошь. В конце концов, отобрать вообще все у богатых. И вернуть это народу. Борьба продолжается. 16 сентября будет проведен митинг против пенсионной реформы, общегражданский митинг, который организуют все политические силы Санкт-Петербурга. Приглашаю вас на этот митинг и призываю сказать решительное «нет» пенсионному грабежу. Долой пенсионный грабеж! Долой пенсионный грабеж!